И всем у вас сапчочки, с вами я Торнадо, и сегодня со мной Классик, поздоровайся. Здорово, сам. Короче, пацаны, сейчас мы хотели записать демочку, как мы сейчас играем на 2200 ММР, но... Но сейчас... Ой. Ой-ой-ой-ой, лоу хп, апы. Короче, да что опять? Один пески, один апы. Но проблема в том, что сейчас забанил одного типочка, с которым я очень много играл. И вот это вот уже реально проблема. Ой, у меня пушит, пушит, пушит. Они вдвоем уже стоят. Бля. Забей. Тихо. Хорош. Зря он топнул тогда. Пацаны, в принципе, первый раунд есть. Можно поесть, правильно говорю? В Волдропе недавно вышло новое обновление, и они добавили Blue Pass прямо как в играх. И это такая имба, этот пас. Ты можешь получать халявную голду просто за то, что крутишь кейсы и выполняешь задания. Тут есть много разных заданий на ваш вкус. Я, например, хочу выполнить задание открыть ножевой кейс. Вот мы уже на кейсе, и мы можем залутать нож, так еще и с паса что-нибудь хорошее забрать. В общем-то, давайте приступим, откроем один ножевой кейс, и сейчас посмотрим, что нам выпадет. Блубла, давай. Нет! Капец, нам скорпион выпал, пацаны. Ну ладно. В принципе, не окупились. Но ничего страшного. Продаем наш скорпиончик и идем выполнять следующее задание. Кстати говоря, мы уже выполнили какие-то задания, можем забрать их, в принципе. И мы пойдем выполнять задание выиграть в краше больше 1000 голды за раз. Вот мы и на краше. Я поставил сумму уже 1000 голды на автовывод 2, то есть коэффициент x2. И сейчас посмотрим, сможем ли мы окупить наш скорпиончик, который мы выиграли, или нет. И да, мы смогли выиграть 2000 голды с 1000, да еще и выполнили задание. Я думаю, вы уже понимаете, какая халява на булдропе сейчас происходит, так еще и ко всему этому я ставлю для вас промокод на халявную голду и бонус при пополнении 20% в описании и в закрепленном комментарии. Переходите и выигрывайте. Ой, я не знаю, что сейчас будет, забанили типа, но у нас как бы ММР еще сразу не отобразились, возможно, я сейчас вообще... С 2200 спущусь до скольки? До 1400 ММР. Не знаю. Все возможно. Сейчас, в принципе, и посмотрим. Самому интересно. Он апа, да? Да. Так, но был. Первый ход пошел. Найс, забрал. Чему не резать, блядь, 90? НТшечка тогда тебе получается. Я не знаю, парни, кстати, насчет вот 2500, там 3000 заново апать. Так, ну вот мы будем апать, скажи честно. Я буду. Опять? А тебе да. Не надоело уже это делать? Да я сейчас пока отдыхаю, заебал. Понятно. Ну а ты сейчас вообще в курсе ситуации в стендофе какая? Какая? Сейчас просто он не софтит, ХВХ обычная. Опа, хорош. Ну и чё, перебанят или всё, сейчас очень... Ну просто проблема в том, что я вот, например, искал вот игры по... Ну вот на D200 даже искали, сидели на легендах обычных. Мы сидели по 2 часа, как на 3000 ММР искали игру. Не смущает, не? Сейчас просто очень много софтов появилось новых. И это проблема. Убил. Апы, скорее всего, ушел. Ну а куда он еще уйдет, в принципе-то? Ахаешечку. У меня есть флешка, я залетаю, короче, в апсы. Я похожу. Давай. Где ты? А, бля, снизу. Да это софт, ёбаный. Я таки знал, что это софт. Угу. Капец, он смешно пробежал. Ай-яй-яй, капец, он... Я, кстати, попал. Я, типа, слышал, как у меня было попадание, но у меня почему-то не зарегало. Бывает такая тема. Я прошел фулл-шифт до первого хода, нахуй. Он вышел сапу, и мне сразу...
А ты через... А ты куда проходил? Пески? Через фонтан прошел. А. Ну, там был вапа где-то. Второй вход пошел. Ладно, сейчас будем просто грамотно играть против софта. Правда, пески, слышу. А, нет, это второй вход. А, правда, для этого нужно было взять пас. А у меня фамас. Ну ладно, хэшку кинули. Я тебе говорю, софт. Выходит, сразу хуярит. Да-да. Найс. У тебя М16 было, да? Я заберу это добро. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, в принципе, нет. Ну, вот по стрельбе он слабенький. Такое ощущение. Возможно, это софт в ВХ. Ну, не знаю. Кстати, парни, вышла сегодня обнова. 0.22.3 или 23. Я так вам она дал. Ничего. А сколько сейчас время? Сегодня же вышло. Вчера еще вышло? Ну, я просто уже спал в 11.30. Поэтому... Хорош. Поэтому ничего не могу сказать. Я там, наверное, спать уже пошел, а она только вышла. Наверное, так. Но я только сегодня ее обновил, поэтому ничего не могу сказать. Я вчера обновил. Еще софтов поменьше стало? Да так же все. Бля, он пикнул. Убил, убил. Там второй вход, возле второго входа там пачка. А ты не софт остался. Папа. Хорош. Машина. Вот так вот, парни. Сейчас посмотрим, нам система ММР снимут, нет. Будет ли у меня Феникс или нет с 200 ММР? Потому что я с ним сыграл достаточно много игр. К сожалению, не знал я многого. Бывает такая вот тема, когда играешь с другими типами. Бывает такая тема, пацаны. НТшечка? Да. Ты просто пролагал. Эта НТшечка войдет в историю, получается. Хорош. Минус 65 я нанес. Сзади. Да, я понял уже. Давай. А. Капец, НТшечка. Я хотел вообще сюда закинуть на уголок, но он пошел просто. Бывает. Бывает. И такая тема, пацаны. Ладно. Я вообще на самом деле хотел уйти просто вапы. Ладно, бывает такая тема. НТшечка. Не все в жизни хорошо так. И не все так просто. Хорош. У меня флешка есть только. Я коннектор смотрю. А, хорош. Вот такая вот дамечка, пацаны. Сейчас посмотрим, у меня будет Феникс или нет. Забанят ли меня сейчас после этой карточки или нет. Фу, да не, нормально. Я посмотрел на КТшников, я думал, что это у меня уже элита или рейнджер. В принципе... О, найс. Нам не сняли, пацаны, легенду. Короче, вот такая вот дамечка получилась на 2200. Вы сами все видели. Ой-ой-ой, какое же красивое число. Чисто 4 двоечки. Пацаны, всем спасибо за просмотр, всем спасибо, кто был, с вами был Торнадо и Классик, и всем пока, пацаны.